Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, у нас с вами мукбанг. Всем собирайтесь кушать. Приятного аппетита! Давайте это делать вместе. У меня сегодня быстрый мукбанг, легкий перекус, ужин, не знаю, завтрак, обед. Короче, только села снимать, смотрю, камера разряжена. Все остыло, потому что поставила ее заряжаться. В общем, есть хочу, не могу. Сейчас расскажу, что у меня здесь. Ну, как вы поняли, это морская капуста. Давно не ела, я ее обожаю. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я очень люблю морскую капусту. В общем, она от фирмы Виси, Вишин, Вичи, короче. Виси, наверное, правильно. Не знаю, короче, как правильно. Ну, вот от фирмы, которая там крабовые палочки делает, крабовое мясо. В общем, написано было, что это по-корейски, вообще не острое. Пришлось добавить туда аджики и горчицы. Салат, огурчики, помидорчики, лучок, укропчик. Маслом заправлено. И кабачки. Кабачки потушила с колбаской, укропчик и яйцо разбила и вот так вот перемешала все. Угу. Очень вкусно. Единственное, сосисок не хватает, но не буду вас травмировать. Я просто не хочу пока. Надо побыстрее снять дела. Вот так прям капустка огонь. Кто любит морскую капусту, пишите. У нас тепло, ну ветер, до дня прям такой сильный ветер, ну тепло, прям классно, прям лето. Я тут на днях покупала в фикс прайсе эти чипсончики. Скажите мне, я вам скажу, тоже из морской капусты, ой, как я их люблю. Люблю вот эту морскую капусту. Многие, я знаю, не понимают ее. Вкусно так получилось. Бегом быстрей. Сейчас сидела, отвечала на комментарии. Хорошо. Многие спрашивают, меня зачем ты отвечаешь? Ну, вот, в шортах. А мне нравится отвечать. Мне сегодня вышло видео с комментариями дня. Посмотрите. Ну, вернее, вы уже смотрите. Вкуснятина. Некоторые прям считают, что они мне деньги платят, что это они мне платят деньги. Угу. Представляете? Я должна перед ними отчитываться, потому что они мне деньги платят. Я вообще в шоке. Как люди любят считать чужие деньги? Идите зарабатывайте. Зачем вы считаете чужие деньги? И я пишу тебе комментарии,
тебе за них платят. За комментарии никто не платит. Комментарии пишите, больше пишите. Я все одобряю. С матами, без матов. YouTube их убирает, я их одобряю. Ваши комментарии продвигают мои ролики, поэтому я на них отвечаю, вступаю с вами в диалог, чтобы у меня было больше, понимаете, общения, чтобы мои ролики продвигались. Спасибо вам. На YouTube монетизация отключена. Блогеры получают копейки. Ну, не все, конечно. Но вы все, вы ничего не платите. Вы только можете продвинуть контент и все. И кто думает, что я сильно переживаю за этих комментариев и меня не задевают? Нет. Нет. Еще раз повторюсь, нет. Если бы меня это задевало, я бы их закрыла просто. И все. Я бы не выкладывала эти шорты. Вкусно. Быстро я, да? Минут за 5 минут управилась. Поэтому я мало стала всего рассказывать о себе, о семье, потому что так много неадекватных людей, и кто мне предлагает сниматься с ребенком, нет. Я вообще всегда против была, когда детей снимают. Это личное дело, конечно, каждого. Но ведь комментаторы, они вообще ничего не гнушатся, даже детей, обсирают детей. Как так можно? Я не представляю вообще. Все мне варится. Очень вкусно. Вкуснее не придумаешь. Так, сколько время? Бежать. Нас ждут великие дела. Ролики выходят, вообще сейчас все старые. Я впрок поснимала, потому что я уезжаю. То есть вы будете смотреть, я не знаю, когда. Где я буду. Может быть, уже дома. Может быть, еще нет. Не знаю. Отороплюсь я, потому что у меня еще и камера сейчас опять. Отключится, я 5 минут позаряжала, чтобы успеть ролик снять. Вкусно. Все, мои хорошие, извините за такой быстрый мукбанг, это я уже не буду. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, но я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Ваша Яна.